Фееричного флешмоба начали празднование 35-летия Шымкентского зоопарка. Его работники подготовили для гостей концертную программу, а в конце загадали желание и выпустили в небо белых голубей. В этом году самый большой зоопарк в стране отмечает сразу несколько значимых дат. Сегодня в зверинце обитают 212 видов животных. Среди них волки, бегемоты, тигры и крокодилы. Общее количество зверюшек – более 2000. Тех, кто ухаживает за постояльцами зоопарка, поздравил градоначальник. Габидулла Абдрахимов желает всему коллективу успехов и здоровья. И руководство зоопарка уделяет большое внимание. И бюджет зоопарка сейчас увеличился. Строится новая африканская саванна. И где животные будут бегать на свободе, такой минимальный, но это будет лучше, чем клетка. Да? Мы специальный бассейн там строим. Совсем недавно в зоопарке было прибавление. Родился бегемотик. Назвали малыша Глория в честь мультипликационного персонажа. Посмотреть на новорожденного приезжают гости из разных районов области. Понравились лебеди, пеликаны, лама понравилась, дикие лошади. И очень сильно понравился бегемот, так как ему даже накрыли, по-моему, специально сделали ему праздничный ужин, можно сказать. Мне понравились лебеди, тигры были красивые, медведи были опасными и бегемоты водяными, как сказать. Большое внимание пришедших в зоопарк зрителей привлек вот этот вот красавец жираф, его зовут Астана. Давайте попробуем спросить его, как ему здесь живется. Астана! Астана! Астана, как у тебя дела? По эмоциям можно понять, что дела у него хорошо, как и у всех обитателей данного зоопарка. В преддверии празднования Дня города руководство зоопарка раздаст более 17 тысяч пригласительных билетов школам, детским домам и разным госучреждениям. И это еще не все. Каждому маленькому посетителю достанутся сладкие подарки. Шудин Саидов, Эльдар Шунусханов, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Отрар».